дякую, хотя нават ніводнага разу не згадалі яго прозвішча, акрамя таго разу, калі казалі пра склады. Карпіцкі забівае Ігор Карпіцкі, другі матч запар і працягвае сваю серыю 2-0 на карысць Салігу. Паглядзім паўтор. Бачым мы Дзяніса Гружэўскага, сышоў ён ад Сергея Усені, здолеў аддаць перадачу на Карпіцкага. Карпіцкі сустракаецца з мячом, адкрываецца там Ягор Карпіцкі. Ідзе закіта Карпіцкага і 3-1 на карысць Шахтёра робіцца лік. Вось як Ягор Карпіцкі афармляе дубль у нашай сённяшняй сустрэчы. Играет Рацур БГУ, Шевченко, неплохо на Шрамченко, но Шрамченко не попадает в мячу, еще раз подбора, и 0-2 сейчас становится, неужели Карпицкий забивает, если это нападающий Солигаковский, и сейчас забивает Карпицкий, вот здесь прекрасная камера, здесь будет прекрасно видно кто. Хотя бы похожего на это во втором тайме создать наши ребята не смогли у чужих ворот. На поле вышли Никита Демченко номер 8. Посмотрим, как Демченко и Карпицкий освежат. Бить поворотом. Ситуация была вполне ударной. Никита Ермаков. 73-й минут подходит к концу. И вот так на левом фланге обороны атаку сокрывал. То есть два мяча и больше неплохой заброс в направлении Карпицкого. И что здесь? Это пенальти. Это пенальти. Не в игре у Шрамченко на этот момент может получиться опасный пас на Корзуна. Корзун, Карпицкий, Корзун, штанга спасает Арцур Бугун, вновь Карпицкий принимает непосредственное участие в этой атаке. Шрамченко
Вперед на Карпицкого. И доходит таки до Карпицкого мяч. Карпицкий! Карпицкий! Опасный момент. Сбивает. Очень щук. Ну вот, как раз повтор. Давайте посмотрим. Камера будет четко видно. Мне кажется, что прострелил скорее Карпицкий. Это вообще не...